Кто это был? Это был твой дубликат. Я могу отследить зону помех, которая движется по району. Хорошо. У него такое же спектральное поле, что и у тебя. Бегущие тени оснащены киберкамуфляжем. Камеры наблюдения, датчики движения, сканеры тела тебя не обнаружат. Поэтому вы зоветесь бегущими тенями. Понятно. Значит, я преследую другую бегущую тень. Ты преследуешь кого-то, кто имитирует твое спектральное поле. Пытается. В этом районе опасный вооруженный преступник. Объявляется блокировка всего города. Вставайте! Выполняю. К ядру башни. Возвращаются к Маре. Она все дальше. С такой скоростью ты не успеешь ее перехватить. Найди короткий путь. Постараюсь. Не дай цели сбежать. Без этих данных у нас не будет ни единого шанса одолеть Мару. Можно сесть на поезд? Здесь есть туннель, как внизу. Поезд как раз прибывает на станцию слева от тебя. Понял. Добро пожаловать на станцию Амида. Запрыгивай. Твоя остановочка. На станции метро замечен нарушитель. В поезде наверняка пусто. Не совсем. Цель обнаружена. Теперь ты ближе к цели. Скоро мы сможем увидеть, кого преследуем. Я был прав. Узнаю это тело. Слышишь меня, чудовище? Запрашиваю отключение ограничителя ущерба. Разрешаю. Обновляю данные об уровне угрозы БТ-74. Вступаю в бой.